фа соля си до до ре ми. До ре ми фа соля си до до ре ми. До ре ми фа соля си до. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Yeah.
часы на старой башне, то, что ночью было страшно, светом залетало. То, что ночью было страшно, стало теплым и домашним, стало милым и смешным. По часам обрежется ночь, и утро без зима. Бьют часы на старой башне, в этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый слушать меня и отважно в ногу с временем шагать. У часов отключится ночь, и утро и в неизвестность первые шаги.
Маленький
ничего, садитесь на стульчики. Thank you.
учись. А будете стараться, все будет получаться. И среди наших дошковят есть на кого равняться. Всем сейчас на удивление начинаю представление активных, ловких, умелых, смышленых, творческих успехов. Прощайте, мы взрослые стали, и с вами играть мы немножко устали. Прощайте.
суперзвезда присваивается будущим гроссмейстерам шахматных сражений Рыбалкину Богдану, Синякову Данилу, Тарасову Мирону, Ладину Сергею, Евдокимову Архипу, Илларионовой Марии, Шумских Макару, Оплатникову Сергею.
нашли, бок о бок мы с ними жили, дружно жили, не тужили. Здесь родными стали стены, и кроватки, и игрушки, воспитатели и няни, и мои друзья-подружки. Ты нас принял малышами, детский сад наш дорогой. Мы теперь большими стали и прощаемся с тобой. Я буду помнить нашу няню, ее заботы и старания. Она нам чисто руки мыла, кадрачков учила. Я буду помнить о хорошей медсестре, прививку делала она, не больно мне. И если папа я, дала витамины мне, то я стал большим и сильным. Я буду помнить вкусные ладошки, и с яблочком компот красивой кружки. С любовью повара готовили для нас, мы никогда не позабудем вас. В саду мы дружно песни распевали, в сказках роли так старательно играли. Мы научились современно танцевать, частушки петь, стихи читать. Воспитатели родными стали нам теперь, детский сад они впервые нам открыли дверь. Вместе с нами веселились и учили нас, мы теперь простимся с вами. Ждет нас первый класс! Bing. Crazy.
попал. Ну вот и все. Пришла пора расстаться. И школу ждет вчерашний дошколят. Все впереди у вас, но только вы никогда не вернетесь в детский сад. Слово предоставляется заместителю заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения номер 5 Сениной Наталье Константиновой. Здравствуйте еще раз, уважаемые родители, ребята. У меня есть мысль, и я ее думаю. Представляете, несколько дней уже думаю, как бы поздравить выпускников. И на помощь мне пришли наши любимые мультфильмы. Потому что они настолько полны доброты, на них выросли и родители ваши, и я, и вы, наверное, тоже, правда? Да. Ребята, как вы считаете, вы сможете по голосу героев узнать мультфильм? Да! Давайте попробуем. Давайте. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за 100 тысяч миллионов? Даже за 100 тысяч миллионов. Значит, я так дорого стою. Ну, конечно. Ребята, а вы понимаете, что вы самое дорогое сокровище у родителей? Да. Да? А самое дорогое сокровище родители доверили нам. Поэтому, уважаемые родители, низкий поклон вам за это. Мы не подвели вас и старались все эти годы создать для ребят лучшие условия для их всестороннего развития. Наши педагоги вкладывали в них все свои знания, заботу, тепло. Младшие воспитатели следили за чистотой и уютом. А зачем? Детям чистота нужна. Ребенки не в хозяйстве. Детям чистота. Без чистоты нам никак. Но мы добились много результатов и разных достижений. Но все благодаря, конечно же, помощи вашим родителям. Поэтому спасибо, уважаемые родители, за помощь. Мы всегда на общих собраниях говорили вам. Ребята, давайте жить дружно. Мамочки наши прислушивались, и папочки тоже. И много чего мы с вами вместе сделали. Поэтому давайте поаплодируем сегодня нашим мамам, заботливым, красивым. Называется «Волк и теленок». Посмотрите потом. Ладно? Про папаню. Ну а мы давайте поаплодируем сегодня папам, нашим сильным, замечательным папам. Мероприятия папы у нас были на первых местах. Ребята, ну а у вас начинается новая жизнь, школьная жизнь, правда? Целых 11 лет. Что будет в этой жизни? Неизвестно. И радости, и горести, и слезы счастья, и слезы, может быть, тоже расставаний. Но в любом случае вы всегда помните, что нервы родителей – это самое главное. Поэтому частенько вспоминайте такие фразы и говорите родителям. Только спокойствие. Дело тоже детское. И родители вам, конечно же, помогут. Потому что такое счастье, как вы думаете? Что для вас счастье? Родители. Что значит быть счастливыми? Родители, помогайте. Что такое счастье для вас? Здоровье. Все дома. Здоровье. Да. Давайте послушаем, что же такое счастье. Счастье! Это когда у тебя все дома! Олежка, когда семья вместе, тогда и душа на месте. Поэтому с любыми трудностями, когда вы вместе, да, легко справиться. Дорогие ребята, вы в наших сердцах, конечно, останетесь на долгое-долгое время. Поэтому, если вдруг вам будет грустно и скучно,
голова волка. Да. И заходи, если что. Хорошо. Я пойдем, ребята, ну а закончить свое напутственное слово вам мне хочется словами любимого, наверное, кота, самого доброго на свете. Как его зовут? Макошка. А еще один кот. Послушайте, что он вам желает вместе со мной и с нашими педагогами. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Ну что, конечно, вы все сможете. Главное, мечтайте, не стойте на месте, а идите вместе со своими родителями, да, вот в этот новый для вас путь. Поэтому в добрый путь, ребята! Хочу поблагодарить нашу команду педагогов, которые столько времени вкладывали в наших ребят все то, что мы теперь имеем. И пригласить их сейчас на эту сцену для нашего общего подарка финальной песни. Пожалуйста, дорогие наши педагоги, лучшая команда «Солнечной полянки». Бегут спеша года, когда-то малышами мы все пришли сюда. Учились пить из чашки, штанишки надевать. Но вот настало время вас в школу навсегда.
пожалуйста, примите святую благодарность поскорей. Благополучную жизнь наших детей поддерживало очень много людей. Благодаря этому слаженному механизму действий профессионалов, как итог, на сегодняшний день мы видим наших красивых, добрых, развитых деток. И в благодарность от нас, от родителей, хотелось бы отметить этих людей номинациями и поздравлениями. Этот человек с самого начала встретил наших детей маленькими крохами. И все эти годы было немало радости, но и немало трудностей. Она всегда выслушивала нас, находила каждому доброе слово, с каждым решала любой вопрос. Номинация «Лучшая руководитель» Сенина Наталья Константиновна. Посвящается Людмиле Владимировне.
волшебная материя, которая окружает с вами всю жизнь. Нашим детям очень повезло, потому что у них есть такой замечательный педагог, который смог приобщить к этому прекрасному виду искусства, научил их понимать музыку и любить. В номинации «Лучший музыкальный руководитель» Яна Николаевна. Медицинский сотрудник. Поздравляем Любовь Николаевну и Надежду Ивановну. Автомобилистов сборник лучших гостиниц, ресторанов и кафе. Со временем его бизнес расширился, но по-прежнему сферу питания оценивают в звездах, где 3 звезды – это наивысший балл. Те люди, которые кормили вкусно, с душой все эти года наших ребятишек, заслуживают самых лучших звезд. И в номинации «За самые вкусные блюда» побеждает шеф-повар Любовь Владимировна. Теперь вернемся к истокам. У наших детей первым педагогом была Лариса Анатольевна. Она всегда была рядом, помогала и поддерживала наших мальчишек и девчонок. В номинации «Первый педагог» награждаем Ларису Анатольевну. И несколько строк еще хотят добавить наши дети. Есть мои Алиса. Алиса. Наш воспитатель, как яркий луч света, наш личный Гагарин на этой планете. Пусть годы промчались быстро и звонко, но наш воспитатель, он в сердце ребенка, когда-то за ручку тихонько взяла и нас в новый мир за собой повела. Неизведанный мир и таинственный, полный загадок больших, воспитатель Андрей единственный помогал нам их разгадать. Персональный голубь океанов на наук, наш ласковый, любимый, Елена Вячеславовна столько тепла, знаний, любви и заботы дала. Мы будем убрать.
нашего сада. Все эти годы принесли свет, любовь, тепло и заботу для нас и наших детей. Каждый из вас был важным и незаменимым винтом в нашем огромном механизме под названием «Детский сад». Каждый внес свою лепту, и каждый вложил частичку души. От всей души вас благодарим. На этом наша звездная церемония объявляется закрытой. Спасибо! Thank you.
Давайте сделаем общую фотографию для начала, да? Да, общую. Все улыбаемся. Тут кого-то забыли. Опять кричат, ты входишь, суперстар.
До утра!